Лекция на тему этический кодекс департамента. Этический кодекс департамента получается то же самое, что и присяга, и клятва Гиппократа, только это в полиции. Ну, у нас. Вот. Звучит он так. Как правоохранитель офицер, моя фундаментальная обязанность служить обществу, защищать жизни и имущество, защищать невинного от обмана, слабых от притеснений и запугивания, мирных от насилия и беспорядка, и уважать конституционные права всех людей к свободе, равенству и справедливости. Я буду сохранять свою личную жизнь незапятнанной, как пример для всех, поддерживать храброе спокойствие перед лицом опасности, презрения или насмешки, развивать сдержанность и постоянно помнить о благосостоянии других. Честным в мысли и в деле, и в моей личной и официальной жизни, я буду примером для подражания в соблюдении законов своей земли и правил моего департамента. Независимо от того, какую конфиденциальную информацию я получу, я буду сохранять ее как никогда секретной. Если ее разглашение не будет необходимо, при исполнении моих обязанностей я никогда не буду действовать неофициально или разрешать личным отношениям, переубеждением, враждебности или дружбе влиять на свои решения. Я буду служить закону вежливо, с пользой, без страха преступных намерений, никогда не используя нетребуемую силу и никогда не приму поощрения. Я признаю свой значок символом общественной веры и буду поддерживать общественное доверие до тех пор, пока я верен полицейской службе. Я всегда буду стремиться достигнуть этих целей и идеалов, посвящая Богу и моей выбранной профессии полицейской службы. Вопросы по этическому кодексу есть какие-то? Нет. Так. Сейчас вопрос. Сейчас продолжите фразу. Защищать невинного от чего? От обмана, по-моему. Так, Смоли ответил. Теперь тебе, Брекс, вопрос. Может, даже не надеяться. Ну, давай. Мирных от... Тебе продолжить надо, получается. Что? Мирных от... И тебе надо продолжить. Это вторая строчка этого этического кодекса. Я читал уже. Не отвращать или что там? Мирных от насилия и беспорядка. И уважать Кипрова. Не понял. Конституция, знаешь, что это такое? Конституция, да. Вот тебе надо её уважать права. И тебе надо уважать права людей. К чему? Ну, выживать. Ну... К свободе. Так. Брекс. Этический кодекс департамента. Еще есть какие-то противоположные его стороны? Ну, например, там, в МЗ там что? Типа... В ЭМО, что у них там, типа. Ну, вот, например, смотри. Типа, я был в старшем составе МЗ, типа, не знаю. Смотри. В МЗ есть клятва Гиппократа, да? Да. А в ЭМО есть что? Там, да, клятва Гиппократа. Ну, а в ЭМО? Я не был в ЭМО. Я в начале лекции... Справедливо. Присяга. Понял, короче, так. Ладно. Смотри, ты получил конфиденциальную информацию, да? Ты будешь ее распространять или нет? Нет.